Всем привет зрителям данного канала. Новая телянка на 110 кубов. Сегодня начали, сегодня уже вон заканчиваем. Сейчас бы хотел вам показать, как валится сухостойно. Здесь мы по безопасности, конечно, сейчас Миколка там запилит, либо отойдет, будем уже валить. А так я сейчас пока зарежу. Ну, еще фигня осталась. Это я сейчас такой шестой бачок, седьмой валю. Вот три пилы в этой деляночке. Коля кожуру снимает. Еще там вдалеке тоже есть сухостойно. Ну там они, конечно, низкие, по 16 метров будут деревья выходить. На, Колька. Колька, да? По внешности моей не говорите, это если не нечаянно. Нечаянно. Погулял. Получилось так. Ну не на работе это. Не все, конечно. Солнце светит, хуёво, блядь. Без мата давай. И посредине. Мастер-класс Дмитрия. Вот сюда показывает. Видите, как оно все? Сейчас, чтобы чисто было видно. Вот. Коля, ты и так не показываешь. Что ты показываешь? Ой, я же специально вычищаю. Вот, смотрите, как получилось. Ты показываешь все это? Да, ну. Вот, центр остается. Все это гнилое, можно видеть. Вот оно. Отламывается. Куча длинные клины применять, потому что они больше залезут. А эти вот маленькие, видите, как оно? Чик, ну, е где, ну. Вот этот я завел его. Пустую чисто. Этот еще нормально подбить. Но это еще лучше. Лучше всего один недопил остался у меня. Ну, я помню по правилам, типа, когда огневые деревья именно такие. Здесь активно, там вроде бы подпил что-то, блядь. Делает все это. Больше такого, не помню. А так красиво, вау, упало. Все отлично. О. Я думаю, сегодня вот начали делять. Хорошо видно. Не, хорошо видно. А, хорошо видно, да, еще. Вот. Сегодня начали делать, еще 10 кубов. Сегодня уже заканчиваю. Там седьмой бачок уже выпиливаем. Мы сейчас с этого бока ходца там пилили. Все безопасно было. Не то, что один на одного пидали, все красиво получилось. Ну,
Жер, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии. По поводу таких вот даже. Вау. Вот. Ну, всем добра.